Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем экскурсию по десяти Божьим заповедям. Сегодня мы говорим о второй заповеди Божьего закона. Но прежде чем мы к ней подойдем, я бы хотел сделать маленькую связь между первой заповедью и второй. Итак, первая заповедь, в прошлый раз мы говорили о том, что она свидетельствует человеку о том, что Бог велик. Он настолько велик, что он смог вытащить, как бы забрать из рабства, из самой сильной мировой империи того времени своих детей, забрать их на совсем. И как здесь очень красиво представлено, он просит Господь, обращаясь к нам со словами ⁇ да не будет у тебя других богов ⁇ очень важно для нас с вами понимать, чтобы мы всегда помнили, что есть один Бог во Вселенной, великий Бог, ему нужно служить, живой Бог. И этот Бог, он не нуждается в каких-то поддержках, в какой-то, может быть, не знаю, со своей стороны, человеческой стороны, комментариях и так далее. Бог нуждается в том, чтобы человек его узнавал познавал и принимал. Итак, давайте теперь перейдем ко второй заповеди Божьего закона. Четвертый стих 20 главы Исход. «Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня» и творящий милость до да тысячи родов, любящий Меня и соблюдающим заповеди Мои». Ну вот, перед нами вторая заповедь. Может быть, кто-то скажет, действительно, очень трудная заповедь для исполнения. Как это Иоанн пишет, что заповеди его не тяжкие. Но давайте вникнем, вчитаемся в текст. Что здесь Господь хочет сказать? И не будем забывать, что это идет сразу после первой заповеди. «Я, Господь, Бог твой, я велик», — говорит Господь. А теперь, когда ты начинаешь себе представлять меня, Бог начинает давать предостережение. Если в первой заповеди предостережение касается вопроса того, чтобы человек во многобожестве не потерялся, Потому что мы, если проследим всю историю народа Божьего, мы находим, что ханаанские народы, они очень, как сказать, недвусмысленно ввели в грех, и не визуально или как-то там виртуально, а конкретно, практически ввели, видало поклонство Божий народ. Поэтому первая заповедь предостерегает, чтобы не было других богов перед лицом Божьим. Не было никаких богов, которые даже пусть и привыкшие, там Перун или другой какой-то, Астарта и прочее. То вторая заповедь, она опять является предостережением, чтобы человек не впал в какой-то грех, который Бог считает грехом, даже если сам человек может считать это не грехом. Итак, еще раз мы читаем текст. «Не делай себе кумира и изображения». Значит, что касается кумира. Это очень интересная мысль, потому что в Ветхом Завете многократно и через пророка Исаия в сороковых главах Господь напоминает, что кумир или идол – это ничего не стоящее, это кусок дерева, который берет художник. Часть из этого дерева он топит в печь, а вторую часть берет, вырезает из него идола, и как сам Бог говорит, как бы Подсмеиваясь немножко, он говорит, этот идол не слышит, не видит, не говорит, ничего он не может этот идол сделать, поэтому какой смысл обращаться к этому идолу? Но посмотрите на Божье предостережение, которое он оставляет в этом отрывке. Итак, 20 глава, она показывает, что Бог говорит, я прошу вас, чтобы вы не делали себе вот этих изображений и кумиров, для чего? И очень интересный ответ. Для поклонения им и для служения им. И тут здесь получается, мы находим очень важный для нас современников уже э, аспект. Первое. Поклонение ⁇ это всегда имеет какой-то религиозный оттенок. Служение ⁇ это больше относится к понятию занятости. Когда я посвящаю этому, если я служу, значит я трачу время, я трачу средства, я трачу какие-то ресурсы и так далее, здоровье, может быть. И вот он просит здесь, пожалуйста, когда вы захотите мне служить, и у вас будет сильный сердечный порыв прославить Бога, вы расскажете своим детям, как Господь вел из Египта, вел через море, вел через какие-то другие трудности. И они спросят, а какой он? Этот Бог, какой? И вот тут появится искушение взять и сказать, знаешь, какое? Ну вот давай вот представь самую большую рыбу или кит или еще что-то, и Бог говорит, вот этого делать не надо. Значит, давайте посмотрим, почему этого делать не надо. Потому что э, даже взять, если вы в частности в словаре слово кумир или идол, оно еще имеет несколько значений. Это из тукан, из железа, дерева или глины. То есть из чего бы он ни был, это заменитель Бога. И это неправильно. Но вот что он здесь интересно в этом отрывке показывает. Он говорит, первое, у тебя будет искушение сделать подобие мне на небе, на земле и в воде. Вы знаете, что у языческих божеств древности всегда был, так сказать, собирательный образ. Собирательный образ именно Бог, он и летает, потому что это крылья у него есть, и голова льва, потому что он сильный, и когти орла, потому что они тоже имеют крепость, и так далее, и так далее. То есть собирательный образ божества, что он все может. Он куда бы ни попал, в воду, на земле или в небо, он сориентируется, он полетит, поплывет и побежит. Но посмотрите, как Господь говорит, этого как раз делать не надо. И когда Он беседует с Моисеем, несколько раз Он говорит, только тщательно запомни и передай народу, что ты не видел никакого образа. Возникает вопрос, почему? Почему нельзя сегодня нам нарисовать Бога? Что плохого? Ведь многие говорят, ну а в чем проблема, если я нарисую, мне так легче обращаться? Это как фотография любимого человека. Я смотрю, я представляю, мне легче. Может быть, может быть, мы можем такое от себя сказать. Мне так легче. Но давайте зададим другой вопрос. А что об этом говорит сам Бог? Вы знаете, сегодня очень много пришло в нашу жизнь того, что мы практикуем, делаем, мы говорим, что нам так легче, но это неправильно. Ну, допустим, взять вопрос снятия стресса. Очень многие люди говорят: снять стресс можно только одним: это если употребить какое-то там количество алкоголя. И тогда ты расслабляешься, и так далее. Но посмотрите теперь э, на реальность нашей жизни. Это действительно помогает снять стресс? Да, может быть, на каком-то этапе один-два-три раза это помогло снять стресс, но по... зато после этого ввергло в другую проблему в зависимость, в алкоголизм. А он повлек за собой другие проблемы. И, как говорит одна пословица, алкоголь еще никого не сделал знаменитым или богатым. Никому алкоголь в этом не помог. Вот почему в 20 главе книги «Исход» мы находим вот этот очень интересный текст. Он говорит, пожалуйста, Господь, не делайте ничего, что на ваш взгляд будет казаться грандиозным. Это всегда будет мелочь по сравнению и искаженный образ. Две проблемы с этим есть. Если первое, скажем, вот этот идол, э который человек может поставить перед собой, он может привести к проблеме отдаления от Бога. У меня есть идол, я ему служу, поклоняюсь, я не знаю, кто там, где там, какой Бог, что там, я вот этому служу. В другом смысле, вторая проблема, которая появляется, это то, что идет искажение Бога. И вы знаете, многие... Наверное, уже слышали подобные истории, когда висела, например, какая-то там, пусть даже икона, и родители говорили детям, вы же смотрите, там вот все за вами наблюдают. И дети брали и как-то там, э как-то пытались только глаза ковырять, то еще что-то. Вроде бы и неправильно, ну и вроде бы дети, но посмотрите, что об этом говорит Господь. Бог говорит, я хочу, чтобы вы этого не делали. Для того, чтобы понять, насколько сильно Он этого хочет, надо читать дальше. Он говорит, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой. Опять повторяет фразу из первой заповеди. Я Господь, Бог твой. Я вывел тебя и именно потому, что я велик, потому что я силен. Я хочу тебе сказать второе. Ты должен знать, кто перед тобой. Я Господь, Бог твой. Бог ревнитель. Вот это слово, которое появляется здесь э, в этой в этом отрывке, оно вроде бы как выпадает из общей канвы. А что такое ревнитель? Бог ревнующий. А почему он ревнует? Где мы вообще находим, <космотворение> простите, где мы находим понятие ревности вообще среди людей? Только там, где есть любовь. Это чувство имеет место быть. Кстати, в шестой главе книги «Притчи» мы находим недвусмысленное постановление или как бы заметку, которая делает Соломон, а это мудрейший человек планеты, и это надо знать. Он здесь говорит о том, что кто прелюбодействует с женщиной, у того нет ума. Тот губит душу свою, кто делает это. Побои и позор найдет он, и без чести его не изгладится. Потому что ревность, ярость мужа, и не пощадит он в день мщения, не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров. Итак, мы находим, что это настолько сильное чувство, ревность, но оно имеет место только там, где есть любовь. Ты не можешь сказать, что я так, скажем, увлечен работой и так далее, только любовь, любовь и взаимоотношения. Человек ревнует, когда видит что-то входящее между этими отношениями, как посередине появляющееся. И вот посмотрите, что он говорит здесь. Я Бог ревнитель. И вот тут как бы появляется не совсем понятный фрагмент, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. И творящий милость до тысячи родов любящий меня и соблюдающим заповеди мои. Ну, давайте разберемся здесь. Итак, что же он хочет сказать? Почему он ревнитель, да еще и мстительный, наказывает детей за вину отцов? Ну, вот тут как бы ломается вот эта парадигма. Мы всегда рисовали Бога любящим, добрым, милосердным, терпеливым, долготерпеливым. А во второй заповеди он сам о себе говорит, о том, что он Бог наказывающий, и еще и кого наказывающий, наказывающий детей за то, что отцы виноваты. Но давайте, если разбираться, то посмотрим внимательно в сам текст, и мы здесь находим уже первый ответ. Оказывается, что наказание Божье и наказание человеческое, они могут очень сильно отличаться. Почему? Потому что цель Божьего наказания ⁇ это всегда исправление и улучшение. Наказание человеческое очень часто имеет место в пылу и жару гнева, когда человек не способен справиться со своими эмоциями, будь то, скажем, это дети его раздражители, или работа, или какая-то там зависающая вещь в компьютере, да, и он не может, он злится, и в нем проявляется гнев, в нем проявляется какое-то наказание. Но Легче всего э, проявить эти чувства по отношению к детям, да, скажем, ну как-то оно так ближе. Мудрый родитель, для чего наказывает своих детей? Потому что перестает любить? Потому что вот там эта условно разбитая ваза так его вот выводит из себя, что он уже и детей этих не хочет видеть? Нет. Только одна цель. Научить, что когда я рядом... Это одно. Но когда меня не будет рядом, что будет тогда? Чтобы ребенок, человек мог быть именно способным уже без присутствия взрослого. Его нужно учить. И вот Бог наказывает детей. Очень интересно, что в этом отрывке, если посмотреть в оригинале, очень красиво просматривается идея наследственности или причинно-следственной связи. Очень многие люди, кстати, сегодня на это не обращают серьезного внимания. Ну и что, я так люблю, ну, а вы так не делаете. Но везде есть причинно-следственная связь. Если человек будет ночью, вечерами, на ночь, скажем, да, наедаться, никто не видит. Ну никто же не видит, когда я ем. Но через время все увидят, что ты это делал. Если человек смотрит телевизор долго, развлекательные каналы, там, может быть, YouTube, еще что-то то неудивительно, что у него появляется лексика определенная, еще какие-то моменты, его юмор меняется и так далее. То есть не все то, что мы видим, оно и имеет видимые последствия. Есть то, что мы не видим, и невидимая часть жизни человека, она точно так же имеет очень серьезные последствия. Поэтому Господь говорит, вы не думайте, что есть только ты и я. Есть еще я. Ты и твое наследие, которое смотрит на тебя и через тебя видит меня. Вот почему есть христианская писательница, которая очень красиво представляет иллюстрацию, что родители даны детям вместо Бога до совершеннолетия. Почему? Потому что только Бог определяет, что можно, что нельзя, что правильно, что неправильно, что допустимо, а что недопустимо. Точно так же, как для взрослого человека это делает Господь, когда нет родителей, нет старших, нет того, кто мог бы тебя как-то в этом вопросе урезонить. Но посмотрите еще раз в текст. Он говорит, Я наказывающий детей за вину отцов. Если бы не было этого, вот, например, родители там ведут абсолютно неправильный асоциальный, аморальный образ жизни, а у них рождаются красивые дети, без последствий, без ничего. То есть без каких-то нарушений психических, физических. Скажите, пожалуйста, разве это не было бы сигналом к тому, что человек бы сказал: это моя жизнь. Да, я пью, я употребляю спиртное. Ну, пусть никто не обижается, может быть, на то, что я нет-нет периодически апеллирую к спиртному, но я сам не употребляю, конечно же, и скажу, что еще служа в армии очень сильно не взлюбил. Этот горький напиток, который ни жажду не утоляет, только горе приносит. И те километры, сколько мы бегали после последствий тех, скажем, пьянств, это одно. Ну а посмотрите, сколько людей гибнет сегодня в нашей стране от не только суррогатного употребления продукта, а от последствий, сколько драк, поножовщин, горя, одиночества и прочего. Поэтому это очень яркий пример. И надо бороться с пьянством, надо вести трезвый, красивый образ жизни. Это нормально. Но посмотрите, что происходит. Мы видим последствия, и мы начинаем задумываться, а что же привело к этим последствиям? Оказывается, неправильный образ жизни имеет последствия, имеет продолжение в детях. И сегодня люди увидели, ученые, врачи подтвердили, что некоторые гены имеют силу до четвертого поколения. Очень, кстати, важный вопрос. Так говорит заповедь. До третьего, четвертого рода могут продолжаться последствия, потому что Бог это не убирает, а как бы продолжает этому позволять быть, чтобы люди видели и делали выводы. Это очень интересный метод наказания. Вы знаете, многие родители, я сталкивался, в частности, с одной семьей, мне очень понравилось, когда отец говорит своему сыну, ты сломал игрушку. Пожалуйста, теперь играйся с поломанными. И пусть люди видят, пусть твои друзья знают, что у тебя игрушки поломаны, и ты будешь играться с поломанными игрушками. Перестанешь ломать, будут у тебя целые игрушки, а я тебе больше покупать их не буду. Мы можем сказать, о, какой жестокий отец, ну как, он же ребенок, там маленький, так поступил. Но, друзья, когда это имеет цель для человека, чтобы ему было хорошо, то и ограничения идут на пользу. А теперь посмотрим на продолжение текста. Он говорит, ⁇ И творящий милость ⁇ Вот это слово ⁇ творящий ⁇ Очень интересно, что оно имеет очень такое важное значение. Оно напоминает нам о Боге Творце. Оно говорит нам о том, что Бог все сотворил. То есть он из ничего сделал что-то. Он умеет творить. Он из пыли, скажем, создал человека из праха земного да, и вот мы какие есть. Что интересно, что если он говорит в этой заповеди, я творю или созидаю для тебя милосердие. Для кого для тебя? Для того, который, как здесь написано, любит меня и соблюдает заповеди мои. Вы знаете, очень неоправданно сегодня на Бога возводится такое как сказать, обвинение в том, что он придирается. Его единственная задача, его радость состоит в том, чтобы наблюдать внимательно за своими детьми. Как только кто-то что-то сделал не так, сразу посылать на него все беды, проблемы и несчастья. К сожалению, такое мировоззрение присутствует, потому что многие говорят, а почему там с тобой что-то случилось, в аварию попали? А, ну понятно, Бог наказал, и тут же начинаем судорожно искать, а за что же Бог его наказал? Так, 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 ну вроде хорошая семья, нормально работает, дети воспитаны, ну значит есть что-то тайное, значит есть что-то, что вы скрывали от всех, и вот за это вас Бог и покарал. Вот, друзья, давайте снимем, пожалуйста, этот вопрос, эту маску, эту эту дьявольскую идею о том, что Бог который сотворил землю, сотворил людей, сотворил взаимоотношения, сотворил возможность плодиться, размножаться, он уподоблен такому тирану, который испытывает радость. А найдите мне, пожалуйста, хорошего родителя, который любит своих детей, который ни в чем больше не находит радости, как только следить за своими детьми, и как только они что-то делают не то, не то, тут же их наказывать. Мы скажем, это какая-то патология, это ненормально. Так а почему тогда, если мы говорим, что это патология среди людей, так спокойно говорим, ну у Бога это так. Не так. Потому что Писание говорит, и я хочу, чтобы мы об этом могли еще раз сейчас прочитать, где Господь, обращаясь к своему народу, говорит э, о том, что Он заинтересован в том, чтобы человек никогда не спотыкался и не падал. Посмотрите. Одно дело, это отреагировать на то, когда человек уже упал. И поверьте, пожалуйста, мы все падаем до единого, каждый из нас человек падает. И взрослые падают, и ошибаются, и, и траты делают неправильно, деньги тратят, и не так воспитывают. Я хорошо помню, как моя мама еще, когда была жива, она говорила, «Я не заканчивал институты, как вас воспитывать. Как Бог мне дает, так я вас воспитываю. Будут у вас свои дети». Вы будете их воспитывать так, как вы считаете нужным. Но посмотрите, что Господь говорит. Книга пророка Иеремии, 8 глава, 4 стих. «И скажи им, так говорит Господь, разве упав не встают, и совратившись с дороги не возвращаются?» Посмотрите, как Бог красиво реагирует на падение человека. Он знает, что мы живем на грешной земле. Он знает, что есть дьявол, который активно искушает человека. И он знает, что мы падаем. Но он говорит, пожалуйста, запомни, что для даже падающего человека милость моя, она, она не просто чуть-чуть больше, чем справедливость или наказание. Она в разы больше, чем наказание. Она в разы больше, чем вразумление. Чтоб ты знал, потому что через любовь Идет самое лучшее, сильное, эффективное воспитание через любовь. Вот почему сегодня те дети, которые порой идут в оппозицию к своим родителям, и когда опытный психолог ведет беседу, он всегда скажет, этим детям не хватает любви. В детских домах чего не хватает? Там есть деньги там есть игрушки, там есть вкусная еда, там есть сон. Пообщайтесь с людьми, которые работают в детских домах. Сегодня всего достаточно. Чего там нет? Там не хватает материнской, отцовской любви. Вот почему Господь говорит в, во второй заповеди, я когда и воспитываю, когда наказываю, то это будет только до четвертого, третьего, четвертого рода. Но когда я милую любящих меня и соблюдающих заповеди мои, то я это делаю до тысячи родов. Поэтому, друзья, дорогие, нужно смело и честно сказать, наш Бог ⁇ это любящий Бог. Он Бог любви. Он не Бог, придирающийся. А он Бог, который спасает. Поэтому он будет любить. И мои, скажем, благословения, которые я испытываю сегодня в своей жизни, они результат того, как жила и моя мама. Это результат того, как она себя вела, как она поступала. Ваша родительская любовь, она будет благословениями продолжаться в детях. Так говорит святое Писание это было записано на камне, чтобы никто не сказал, о, вы знаете, это был не тот свиток, там чуть-чуть было не так, чернила потекли, можно понимать так, можно понимать иначе. Нет, это было начертано на камне, что есть благословение. И, кстати, мы еще увидим продолжение в пятой заповеди, когда дойдем до нее, там точно такая же идея есть, что э, пятая заповедь помогает человеку жить дольше почитание родителей. Но в этой заповеди конкретно мы находим именно вот эту мысль. Ну, давайте откроем еще одну очень интересную, один отрывок, интересную мысль из книги Второзакония, седьмая глава. Давайте посмотрим на седьмую главу Второзакония, и здесь мы находим шестой стих. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего». Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом, из всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которой Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского». Итак знай что господь бог твой есть бог верный который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов это поражает посмотрите и уже тогда господь говорит не за заслуги я люблю тебя не за то что ты такой хороший а потому что я люблю тебя по сути я умер за тебя я искупил тебя ты мне дорог. Я просто дорого за тебя заплатил. Но если еще раз посмотреть в этот текст, он говорит, для того, чтобы сохранить клятву, которой я клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил из дома рабства. Вы не слышите здесь ноты первой заповеди? Есть. Есть эти ноты, поэтому он говорит, знай, что Господь Бог твой верный. А где присутствует это понятие верности? там, где есть любовь. И это вторая заповедь. Господь ревнует только там, где любит. Там, где мы не любим, друзья, мы равнодушны. Мы смотрим на все и не обращаем внимания. Поэтому хочу вам сказать, дорогие друзья, Господь любит нас. Любит нас не за что-то, а потому что сотворил нас, потому и любит. Потому что искупил нас, потому и любит. А кого Он любит? Для них Он как написано в заповеди, творит милость. Даже не за что миловать, а Он творит ее для того, чтобы мы знали, что Он любит нас до тысячи родов. Пусть Господь благословит нас. Радуйтесь этому, живите с этим. И да хранит вас Господь. Спасибо.